Пришла посылочка с мыла Опт. Сейчас будем открывать. Так, то, что я очень ждала, это силиконовая форма розы. Вот такая она очень должна быть. Красивая, заливается удобно. Инструкция по застосованию, даже как приятно. Так, дальше силиконовый молдик, шарики. Так, ну тут он такой глубокий, но все равно нужна заливка с верхушечкой из пищевого силикона. Так, дальше что-то у нас тут такое. А, это стеклянная палочка. Замотано очень хорошо. Запаковали на совесть. Будем отрезать. Не скажу, что ножницы особо помогли, но вот почти докопалась до нее. Вот, отлично, 19 сантиметров. Стеклянная палочка. Так, поехали дальше. Мыльная основа. Германия, 1 килограмм, белая мыльная основа. Будем пробовать. Немецкую я еще не пробовала. Так, дальше. Очень пахнет грейпфрутиком. Сразу вспомнила, что заказывала отдушку грейпфрут розовый. Так оно и есть. Вот. Грейпфрут розовый. 10 миллилитров. Можно не распаковывать, но прям отсюда пахнет, как настоящий грейпфрутик. Очень вкусно. Дальше. Нежный пион отдушка. Ой, пахнет очень классно. Нежный такой запах. Класс. Как раз для моих пиончиков. Свежесрезанные розы. Очень нахваленная отдушка. Решила себе заказать. Ой, ну пахнет розой, такой чайной. У меня вино мама в детстве такое делала. Оно так же само пахло. Очень вкусно. Это на платежка. Это для упаковки. И это тоже. Вот и вся посылочка. Спасибо за внимание.